3D принтере можно напечатать все что угодно, например, маленькую, но точную копию статуи свободы. Для этого достаточно скачать изображение из интернета. Такой подарок правительство США сделало для студентов и школьников, которые посещают американский уголок, открывшийся после реконструкции в Душанбе. Аппарат должен помочь посетителям в учебе и подготовке различных проектов и макетов. Посмотреть на второй в стране 3D принтер и единственный, к которому есть доступ у всех желающих, пришли десятки человек, в том числе и посол США в республике. Наши волонтеры сейчас учатся на нем работать и будут потом сами учить посетителей моделировать и печатать на принтере. Принтер не единственное новшество в столичном американском уголке. Сам уголок теперь сделан в стиле хай-тек и оснащен новейшим оборудованием, компьютерами и учебными материалами. У нас очень большой выбор литературы, дисков. Все, кто приходит сюда, имеют к ним доступ для получения образования и подтверждения своего английского языка. Здесь узнают, как получить стипендию и образование в других странах, таких как США. У нас теперь есть много iMac'ов и iPad'ов со свободным доступом к интернету. Все посетители могут использовать MacBook'и и iPad'ы. От желающих изучать английский язык в американском уголке в Душанбе нет отбоя. Сотни студентов и школьников приходят сюда ежедневно, чтобы записаться на бесплатные курсы, получить доступ к учебным материалам и литературе на английском языке, узнать, как поступить в вуз в США и просто пообщаться. По словам сотрудников посольства, нововведения привлекут сюда еще больше молодежи. Я частенько посещаю этот уголок, потому что здесь собираются в основном молодые, креативные, талантливые ребята. И плюс еще в том, что они говорят на английском. Просто уже максимально сблизилось все с Западом, к Западу, поэтому, думаю, здесь будет с двойным удовольствием время проводить больше. Всем здесь нравится. Американский уголок открылся, и мы очень счастливы, что у нас есть такое классное место, чтобы учить английский, изучать другую культуру и традиции. Всего в Таджикистане на сегодняшний день действуют 7 американских уголков. В прошлом году их посетили порядка 500 000 человек, которые хотят изучать английский язык и получить качественное образование, что позволит трудоустроиться и на родине, и в других странах. Анушер Вонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.